Здравствуйте, видеозрители, с вами Валерий. В этом видео хочу показать вам, как вылупляются улитки ампулярии. Из своей икры. Вот видим, икра у нас. Начинает уже потихонечку вылупляться улиточки. Видимо, она начинает вся лопаться. Вон видно улитку. Попробую приблизить. Вот она уже начинает проклевываться. Вот так она проклевывается. Сейчас нажму видео на паузу и продолжу снимать приблизительно часа через 3. Покажу, как она полностью вылупится. Прошло около часа. Вот. Видим, улитки уже сползают вниз. Это вот улитка. Ползет вниз. Попробую сейчас снять поближе. Видно по икре уже улитки у нас ползут вниз. Вот так у нас улитки размножаются. Вон же улиточки по икре ползут вниз в воду. Если они и не доползут, то они просто упадут. Вон видим снизу две улиточки от икры уже ползут вниз. Снизу вот. Сейчас попробую резко сделать. Две улиточки. Вот одна ушла уже в воду. И упадет сейчас в воду. И упала вон в воду маленькая улиточка. Сейчас у нас еще вторая упадет в воду. Ушла в воду улиточка. И уползла. И еще ползут следующие улиточки из своего роддома. Продолжу видео, наверное, минут через 20-30. Продолжаю видео. Видимо, улиточки у нас опять идут вниз. И там штук 10 идет вниз. Маленькие-маленькие улиточки ползут вниз. Вон. Их много там ползет вниз. И с той стороны, если будет видно, сейчас сделаю. Вот здесь идут улитки вниз. И в воду. И упала вниз. Все следующие. И в воду. И упала вниз. Сейчас еще одна уйдет. И так они все должны спуститься вниз в воду. Такие маленькие улиточки. Таких маленьких улиточек потом вырастут очень большие улитки. Сейчас вот еще одна упадет в воду. Вот улиточка оказалась в воде. И
Но это и не упало, прилипло. Вот из таких больших улиток, из таких, точнее, маленьких улиток, ампулярий, они откладывают такую большую икру, и из них потом очень много-много улиток. Вон еще две пошли на низ. Вниз ползти им легко, наверное. Вот такие маленькие-маленькие улиточки. Вон еще одна подкода. И ушла. Вот этим где-то у улиткам, которые вы видите у меня на стенках, аквариум где-то недели две. Я вот снимал видео, хотел снять, как они вылупляются, но увы, прозевал. Даже и недели две, где-то 8-9 дней, вон еще одна улитка упала только что из икры. Продолжу снимать видео, когда будет что-нибудь интересное. Пока нажму паузу. Как видим, икра у нас все меньше и меньше. Улиток у нас в аквариуме все больше и больше. Вот так вот вылупляются улитки-ампулярии. Еще идут вниз, видим. Все меньше и меньше становится и икра. И все больше и больше становится улиток в аквариуме. Еще, кстати, много от предыдущей и икры, но самые маленькие. Это новенькие улиточки. Допустим, вот это у нас улиточка старая, потому что она у нас большая. Вот эти улиточки у нас маленькие. И все больше становится и больше. Эти рыбок сейчас просто покормил. Вот у нас еще одна улитка хочет идти наверх. Отнерестится. Вот. Так у нас размножаются улитки ампулярии. Продолжу видео, когда будет что-нибудь интересное. Прошло приблизительно часов 5. Видим, все, икра вылупляется. Уже осталось немножко. Вот покажу сейчас новорожденных улиток. Вот они маленькие. Миллиметра два. Вот тоже улитка новорожденная. Миллиметра два. Видимо, уже усики у нее есть. Вот их сколько новорожденных улиточек из одной икры. Все стенки облеплены улитками. Вот такая икра. Вон там еще одна есть сзади маленькая, но что-то она пока не была. Это одна улитка пошла туда, отправит икру, передумала. И в итоге отложила здесь большую. Не знаю, из той будут вылупляться или нет. Посмотрим. А там вот есть вот по центру. Сейчас видео. Была еще одна икра. Она уже давно-давно вылупилась. Вот остался след такой белый. Надо будет почистить. Вот сейчас еще раз видим улитку еще одну. Ползет вниз. По центру видео сейчас. А так вылупляются улитки ампулярии. Прошло еще минут 40. Видим, икра все меньше и меньше. Улитки все сползают вниз.
Так, икра вылупляется в течение 2 дней. Прошло часов 5. Видим, икры нашей нету. Все улитки в аквариуме. Это кто-то из них. Родители ихние. С вами был Валерий. Если вам было видео интересно, обязательно подписывайтесь. Еще будет очень много интересных видео. До новых встреч!